Банкноты 1 гривны образца 2006 года были изготовлены на банкнотно-монетном дворе Нацбанка Украины. В 2004 году была отпечатана и введена в обращение новая банкнота в серо-зеленых и розоватых тонах. Однако почти сразу от угрюмого серого тона было решено избавиться и заменили его на национальные желтые и синие цвета, без изменения рисунка. И так появилась новая гривна 2006 года. Банкнота изготовлена на специальной белой бумаге. Бумага содержит водяной знак в виде портрета Владимира Великого, который соответствует портрету на лицевой стороне банкноты. Также присутствует элемент водяного знака в виде изображения графического знака гривны. Вот он под портретом. Внизу видно. Также присутствует защитная лента. Вот эта полоска черная. Там надпись, которая повторяется, 1 гривна. И защитные невидимые при дневном свете волокна, а также другие элементы защиты. Значит, банкнота введена в обращение 22 мая 2006 года. Подписывал банкноту глава Нацбанка Стельмах в 2006 году, Арбуза в 2011 и Гонтарева в 2014. Размер банкноты 118 на 63 миллиметра. Значит, на лицевой стороне у нас изображен Владимир Великий, а вот на обратной стороне у нас изображение так называемого города Владимира в Киеве. Название киевского детинца в центральной части города, обнесенной крепостью конца 10 и первой половины 13 века. Ну, построено во времена князя Владимира Великого. И хочу сказать, вот по лицевой стороне нет достоверных изображений или подробных описаний облика князя Владимира. Его портрет на банкноте – это фантазия художника. Но хорошо известно, что киевские князья не носили бороды –